Всем привет, мои дорогие, мои любимые. Ай, тут у меня мел Анновка. Это мел с Ростова, который Наташа прислала, и кусочек титана. Я жду, сегодня придет мой заказ в 5 часов вечера. И я обязательно сниму видео с пастой, с узбекской, с голубой. Я взяла 200 грамм на пробу. Вот, и все-таки всем понравились, да, спасибо за ваши теплые слова, за комментарии, за комплименты, мне очень приятно. Ну вот одна женщина все равно меня укусила, вот я якобы делаю зубы, на зубы денег нету, а на ресницы есть. Ресницы сделала мне моя подруга, бесплатно, в честь моего дня рождения. Сделала я первый раз. И я считаю так, то, что каждая женщина имеет право за собой ухаживать. Тем более у меня муж скоро приедет, тем более я поеду в город Венгельс. Ну, то есть, как бы, и почему я не могу себя побаловать? Я думаю, я вполне имею право на это. Вот, даже если бы я заплатила. Ну, как бы так. Почему я не могу себе этого позволить раз в жизни, пока лето, пока все. Так что я считаю так. Ну ладно, фиг с ним. В общем, мел Анновка. Сухой мел, вкус меловой, классический, очень похож на мел Петропавловку. Напудренный сухой мягкий мелок. Ростовский.
аппетита. Много наедаться не буду, потому что скоро придут новые мелки. Сниму распаковку и будем вместе с вами кушать. Всех люблю. Всем до встречи, до вечера.